Водоемы Мурманска готовят к лету. Процесс вывоза ила и мусора из береговой зоны озера Глубокое Первомайского округа вышел на финишную прямую. Причем это как раз тот редкий случай, когда минусовая температура на улице идет только на пользу. Подробности узнаем из нашего следующего материала. Экскаватор на озере Глубокое работает последние дни. За лето и осень со дна уже достали почти 35,5 кубометров ила. Финальный аккорд по очистке водоема не зря был назначен на зимние месяцы. Ведь только благодаря минусовой температуре можно будет полностью привести в порядок любимый оазис жителей Первомайского округа. Летом иловые массы выкачиваются земснарядами. Зимой они должны отстояться и в замерзшем виде вывозятся, потому что они жидкие, насыщенные водой, и очень тяжело вывозить из-за того, что водонасыщенность. Зимой возим в основном как лед. То есть не засоряем дороги, не течет, соответственно, объем получается вывозки. Работы по очистке водоема начались еще в 2010 году. Средства на проведение работ были выделены из федерального бюджета. 3 миллиона ушло на составление проектно-сметной документации, а приведение в порядок Глубокого площадью в 62 тысячи квадратных метров обошлось в 21 миллион рублей. Помогло письмо к президенту от неизвестного мурманского школьника. В 2011 году пришло письмо из администрации президента Российской Федерации в адрес губернатора о том, что была жалоба от жителя данного микрорайона, ученика школы, что вот озеро Глубокое, я живу в районе озера Глубокого в городе Мурманске, озеро захламляется, загрязняется, никто ничего не делает. Но мы оказались впереди паровоза, мы до этого письма еще решили данное озеро, привести в порядок, и нам было что ответить. Уже весной берега засадят травой и деревьями. Но на очистке озера Глубокое в Министерстве природных ресурсов и экологии не остановятся. Аналогичным образом этим летом облагородят русло реки Вирма, которая дает питьевую воду селу Лавозеро.